Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Федор Сумкин на канале GamePal Сумкин. Очевидно, но правда. И мы с вами продолжаем бонусную серию. Она у нас в прошлый раз не закончилась. У меня просто закончилась память. А так мы продолжаем. И сейчас мы будем с вами играть за ситхов. В прошлой серии мы играли за джедаев, опробовали их всех, не только джедаи, и за стрелков тоже. То есть Хан Соло, Чубака и принцесса Лия. Сейчас попробуем за ситхов, от Дарта Вейдера до графа Дуку, и двух стрелков, Джанго Фетт и Боба Фетт. Ладно, поехали. А, точно, Йода у нас еще на кошельке был, точно, о, вспомнил. Так, вот, Боба Фетт. Начнем с него. Так, играет музыка, тема эвоков. Эвоки — это такие мишки, они на Эндоре были во второй серии по Звездным войнам. Так. А вот и первый джедай. Вот и Кеди Мунди побежал. Я уже говорил в прошлой серии, что за ситхов играть сложнее, чем... Ну, вообще за злодеев играть сложнее, потому что злодеи в основном всегда проигрывают. Каким образом ты меня одним ударом убил? Я думаю, что он еще и удар... Точнее, мой выстрел отбил. Ладно. Так, Дарт Вейдер. За Дарт Вейдера мы тоже играли довольно часто. За Дарт Вейдера. Мы играли на ДКБ за него. На Тантиве за него играли, ну, впрочем, как и за Йоду. Так, где-то мы, по-моему, еще играли за Дарта Вейдера. А, и на Эндоре мы играли за Дарта Вейдера, точно. Так, снова Кеди Мунди. Ща я его остановлю. Ах ты ж, зараза, упрыгал от меня. Далеко не уйдешь. Так, его сейчас убьет другой Дарт Вейдер. Да что ж ты его не убил, другой Дарт Вейдер. До свидания, ох, как полетело хорошо. Так, там у нас... Так, Оби-Ван. Здорово, Оби-Ван. Куда? Да ё-моё. Я просто не попал по нему. Ну да ладно. Так, кого из вас будем душить? Чувствую, сейчас меня убьет принцесса Лея. Вот это будет позор настоящий. Собака! Фу-ху. Успел. Да что ж ты не... Блин, почему ты душишь Боба Фетта, если надо душить принцессу Лею? Блин, вот же зараза. Ладно, Джанго Фетт. Он Джанго Фетта мы с вами не играли, но он был доступен в режиме завоевания на кошельке. Мы вместо него играли за эту Йоду. Да блин, я почти тебя расстрелял. Так, все, этого я расстрелял. Давай, полетели. Я почти улетел. Как ни крути. Так. Дарт Мол. Мой любимый ситх. За него мы играли на... Ну, на поле с массами играли точно. Так, на нашу базу там кто-то пробрался. Но, в принципе, в режиме нападения точки не захватываются. Там просто на них респаунятся. Они служат именно для респауна. Так, лови меч. Не поймал и умер. А вот если поймал бы, не умер. Так, опять Кеди Мунди. Да сколько вас тут? Опа, и все, и убил. Зараза, сейчас будет как в фильме, сейчас... Оби-Ван убил Дарта Мола. Первый эпизод повторяется. Так, генерал Гриус. Ой, да у меня же звук не полностью. Все, теперь отлично. Так, за генерала Гриуса мы с вами играли на... Тантиве мы играли. И я не помню... Играли мы за него в этом самом, как его? Нет, на ДКБ мы не играли за него. Это я точно помню. Мы играли тогда за Йоду. На Тантиве мы точно играли за Гриуса. Это я точно знаю. Вот прям сто пудов. Так, кто-то меня там поджарил молниями сзади. Я сейчас сам кого угодно поджарю. Так, я подумал, что это Йода, но нет. Это две баночки консервов. Так, играет музыка из Дворца Джабы, из шестого эпизода. Так, я сейчас всех замочу. Нет, замочил только негра. Ладно, только Мейса Винду замочил. Хотя я помню, мне иногда бывало так, что я сразу троих джедаев мог убить. Гриусом. Так, давайте-ка мы на другую точку. Так, Император Палпатин. За него мы играли на поле с массе. Так. Давай-ка... Блин. Эй, Секура, они еще и прыгают, изворотливые собаки. Это вам не солдаты, которых можно убить легко.
Блин, просто Салия щит поставила. Теперь ты убьешь. А вот Чубака без щита. Так, Вуки мы замочили. Так, Люк Скайуокер, как в шестом эпизоде, мы тебя молниями жарить тебя будем. Так, все, это, в принципе, ему немножко осталось. Опа. Опа, все. Так, не, нормально, деремся. У нас даже больше половины жизни. Так, пойдемте-ка еще жизни возьмем. Это жизни? Да, жизни. Ну, там были жизни с патронами вместе, но Сидиусу патроны не нужны, только жизни. Так, Хан Соло, да, мы тебе молнии прожаем, блин. У Хан Соло не просто пистолет, как у повстанцев, у него пистолет усиленный. Джедай? Джедай. В принципе, вообще могу просто начать ее душить. Она ничего не сделает. Давай. Полетели-ка мы отсюда. Так, Люк Скайуокер. Долбанный Ки-Адимунди. Но я его убил. Но меня убил Люк Скайуокер. Ладно, за Палпатин мы, кстати, по-моему, держали дольше всего. Так, Анакин Скайуокер. Тут лучше взять лучше удушение. Опа, Йода. Так, ну Йода там жизни осталось, блин, нос. Иди-ка сюда. Да что ж ты его не душишь-то? Почему не душ, не могу понять. Опять какой-то баг, что ли? Так, Оби-Ван, я тебя еще с Мустахвара помню. Так, Мейс Винду. Так, давай душим. Отлично. Супер. Так, жизни взял. Ну, меньше, чем половина все равно. Или половина. А, нет, нет, не половина, меньше. Опа, сразу двоих джедаев. Видели? Вообще хорошо. Я говорю, за Энакин лучше всего играть. Злодеев. У него самые лучшие удары плюс тушение. И вместе получается просто сахарок. Долбанный Вуки выстрелил меня. Блин, если меня сейчас выстрелит, мне хана. Айласикура. Ладно, мы в принципе можем по второму разу пойти. Но я уже говорил, что злодеи редко побеждают в режиме нападения. Это надо очень сильно постараться, чтобы они победили. Так, граф Дуку. Граф Дуку недоступен в режиме завоевания. То есть за него нельзя играть. У джедаев это Айласикура, у героев точнее. А у злодеев это граф Дуку. Вообще граф Дуку в режиме НПК он доступен на Джанодисе. В том самом Джанодисе. Я думаю, что он ни о чем это не говорит. Граф Дуку доступен на Джанодисе, да. Там только там можно за него поиграть. Но здесь нет Джанодиса. А в первом Батлфронте, тоже на ПК, на PSP его нету. В первом Батлфронте граф Дуку не был играбельный персонаж, но он был на кошельке. Не только на Джанодисе, был еще на кошельке. Но не на том кошельке, который здесь, а еще там другой был. Вечерний кошелек, скажем так. Так, битвы с второго эпизода. Дуэль с второго эпизода. Так, ну да, у графа Дуку у него тоже очень довольно мощные удары. Он Чубак может повалить сразу, вот так вот, опа. У Чубаки очень мощная, так сказать, жизни у него очень много, но Дарт граф Дуку, если чисто бить Чубаку, то он может завалить его с одного раза. Плюс этот удар у него тоже очень хорош. Извини, Дарт Мол, не хотел. Опа. Невезение. Только оно. Так, по второму кругу пошли. Так, это у нас, надеюсь, не Йода, блин, именно Йода. В Йоду фиг попадешь, если играть за стрелков. Что он маленький, а в него он автоматически не целится, если он внизу. Да, вот в таких обычных, да, целится. Дай просто поджарю его. Сейчас погибну, это я уже знаю. Но хоть поджарю. Хоть гореть будет. О, побежал. Горящий кусок мяса. Так. Дарт Вейдер. Будем душить. Не знаю, я раньше вот помню, когда на ПК еще играл в Battlefront, мне больше нравилось бросать меч. Это была моя любимая способность. Вот когда начал играть на PSP, моя любимая способность стала это удушение. Блин, меня сын бьет. Вот видите, как сын меня не любит, отца. Да иди к сюда. О, не успел бросить. А вот если бы успел, мне была бы уже хана.
Что, просто сына зарезал. И тут, если бы я не спас его от Дарта Сидиуса, что бы было? Убил одного, так пришел другой. Киадимунди. Зараза, же говорил, что у нас тут много бегает. Прям расплодились черти. А в принципе, смотрите, счет в принципе нормальный. 58-59. Разница всего в одного человека в их пользу. Ну или может... Нет, в одного человека. Или может в одного Гривуса. Аж в принципе учиться. А, ну или в одного Дарта Мола. Потому что остальные, в принципе, у героев у них все злодеи. Ой, у злодеев, в принципе, остальные все люди, кроме Гривуса и Дарта Мола. Ну и Боба Фетт. Боба Фетт, он же клон этого Джанго Фетта. Клон человека, так что можно считать человеком. Так, мир бросил. По-моему, попал, да? Так, перезарядись. А, ты перезарядился. Так, Йодан. Видите, он фиг мне нацелится. Так, но зато отнимает жизни сразу Йода очень много. Давай, гори. Гори, моя... Гори, гори, моя звезда, ты у меня всего одна. Ну, я его поджарил зато. Теперь горящий бегать будет. Так, Дарт Мол опять. Нет, Сидиус. Противник был мой. Блин, тут еще когда подходишь под эти молнии, начинает сильно проседать ФПС. Когда ты бьешь молниями, то нет. А когда тебя бьют, то да. Так, вот он, та собака, которая меня убила. Участвовал в одном из моих убийств. Мейс Винду или кто? Да, Мейс Винду. Фига, гляньте, как он просто бьет всех. Сразу с тремя плохишами разбирается за один раз. Так, разница в двух человек. Нет, нормально, может даже победим. Ну, уже в трех. Да, блин, как же неудобно управлять. Ну, тем не менее, я помню, раньше вообще было невозможно управлять. Я даже ни одного противника убить не мог. Но потом я уже, как говорится, предрочился и стало нормально. Стало более-менее. Так, Хан Соло, где ты там? Вижу. Вырубаем ярость. Вот после ярости у генерала Гривуса секунды две не работает кнопка удара. А если играть за генерала Гривуса очень долго, он вообще... У него кнопка удара не работает минуту, наверное, где-то. У него работает все. То есть у него работает ускорение, прыжок работает, но кнопка удара нет. Это тоже баг. Я именно в Тантиве это заметил, когда мы за него играли. Я, по-моему, это говорил даже. Извини, Гравдуку. Извини, Энакин. О, Энакин защитился, молодец. Так, Палпатин, сорян. Ты кто? Ах ты ж зараза, принцесса Лея. Прыгнул. Зараза, световой меч через меня еще прилетел. До свидания. Так, Киадимунди. Я уже лечу. Давай, завалим. Зараза. Тебя же Энакин бросил меч, да? Нет, Киадимунди случайно просто попал в нее. Так, император. Так, 78 на 83. Нет, мы должны победить. Я сейчас все сделаю. Собака, надо было его валить. Ладно, сделаю за Энакина. Ну блин, в 5 этих самых разница. Так, все. Блин, нафига это мне? Да ты зараза. Скайуокерская. Всех скайуокеры, все зараза. Ну, кроме того, за которого я играю. Так, все, просто задушили ее. Бесчеловечно задушили. Так, Йода. Главное, чтобы 3 удара попало, попало. Сущий потрох, ладно. Ну, что поделать. Вот так меня Хан Соло и застрелил. Надо было валить Люка Скайуокера, а потом уже на Хана Соло переходить. Ну, Хана Соло, говорю, у него почему-то... Он не валится, как остальные. Хотя, по идее, должен валиться, как остальные. У него нет никакой своей брони, нету меха, как у Чубаки. Ничего нету. Ну блин, он валится с 4 ударов. Не с 3. Люк Скайуокер, Оби-Ван.
И другие все джедаи, они все валятся ударов так, наверное, с трех, даже с двух бывает. Ладно, вот такие бонусные серии были. Подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий, расскажи друзьям, подпишись на группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. А я с вами категорически прощаюсь. У нас еще будут серии, они будут посвящены вызовам в Battlefront 2. Все, всем пока.